Музыка злого человека джаза, знаменитого контрабасиста Чарльза Мингуса, прозвучала со сцены Большого зала филармонии джазовой музыки. Композиция одного из самых харизматичных виртуозов-новаторов 20 века исполнил ансамбль Григория Воскобойника. Далеко не каждый коллектив отважится импровизировать на основе творчества Мингуса. Требуется не только высочайшее мастерство, но и глубокое понимание сложной и противоречивой натуры автора. Специально для этого вечера петербургские музыканты подготовили премьерное исполнение «Тигуана Гифт Шоп». Во время выступления Чарльз Мингус стремился к тому, чтобы уникальную музыку исполняли уникальные люди. От публики на таком концерте требуется не столько видеть и слышать, сколько чувствовать. Если ты всю жизнь играешь, например, что-то одно, то вылезать с этим играть Мингуса будет тебе тяжело. Потому что он же изучал и академическую музыку, и он сам, в общем, практически учился нотной грамоте. И он много через что прошел. Играть его музыку тяжело, не зная, не побывав хотя бы на одну сотую в его шкуре. О темпераменте и непредсказуемости Чарльза ходят легенды. Во время концертов он мог в гневе погнаться с топором за тромбонистом или порвать струны. Но сегодня обошлось без эксцессов, и контрабас филармонии джазовой музыки не пострадал.